Уважаемые коллеги, я всех вас приветствую. Рад, что мы опять снова собрались таким представительным составом на данном семинаре. Тема нашего сегодняшнего семинара – общая универсальная шкала интеллектуальных систем от «Медузы» до суперкомпьютера и человека. Ну и тут у нас есть докладчики – Кубряк Олег Витальевич, Багдасарян Надежда Гигамовна, Ковальчук Сергей Валерьевич. Ну и, как мы договорились, первой будет выступать Багдасарян Надежда Гигамовна. Пожалуйста, значит, это доктор философских наук, профессор кафедры социологии, культурологии МГТУ имени Баумана. Спасибо большое. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить организаторов за приглашение на этот семинар. Он существует уже 4-й год, а мы вот здесь пока еще первый раз. Мы посмотрели некоторые записи из предшествующих вебинаров и семинаров, и это очень интересно, и мне кажется, что это вообще должно заинтересовать такую общественность, да, если говорить о студентах, аспирантах в особенности. Ну, поскольку я в инженерном вузе, гуманитарий, состояние и положение гуманитария в инженерном вузе особое, я иногда спасаюсь тем, что подшучиваю и ехидничаю над некоторыми свойствами инженеров и иногда цитирую Курта Вонегута, которого очень люблю, время от времени перечитываю. Он говорил, что если бы не люди, то мир был бы просто раем для инженеров. Ну, вообще, ключевое слово, я буду себя контролировать, да, и вы меня тоже контролируете по времени. Ключевое слово современного процесса в развитии искусственного интеллекта, как мне представляется, это слово «оценка». Ну, собственно, так и называется наша статья, которая, в общем, послужила, ну, таким, если хотите, триггером для обсуждения этой проблемы. И, ну, вот Олег Витальевич потом расскажет о том, он следит, как ее читают, какие там есть реакции и так далее. Но вот по поводу слова «оценка» я хочу сказать, что вообще мир сошел с ума с этими оценками. Оценивается абсолютно все. Ну, и уже более или менее сформировалось такое понятие, как оценка техники, да, technology assessment. Традиционно в рамках вот этой парадигмы оценки техники техника противопоставлялась и природе, и человеку, выступая границей между ними. Разногласия мировоззренческие очень серьезные по этому поводу возникали и сформировались по поводу последствий. Ну, потому что полюс этих оценок, он колеблется от алармистских тезисов восстания машин и до оптимистичного такого представления human upgrade, да, в рамках, ну, трансгуманистического подхода, например. В общем, все хорошо. Вроде разработаны алгоритмы, шкалы. Есть Институт оценки техники в Германии, в Карлсруе, с которым у Бауманского очень хорошие контакты были до недавнего времени. Ну, личные контакты продолжают сохраняться, но, к сожалению, никаких семинаров, которые мы проводили еще до вот недавнего времени, к сожалению, мы проводить уже не можем. Но, тем не менее, такая личная переписка сохраняется с Грунвальдом и так далее. Ну, в общем, кроме всего того, что, ну, как бы существует так вообще, есть еще частности. Ну, такая частность, например, как специальность оценка техники, которая открыта при кафедре социологии Баунского университета. И мы уже сделали несколько выпусков. У нас есть бакалавры, есть магистры. И совершенно понятно, что когда кафедра социально-гуманитарная открывает набор, да, и, соответственно, выпуск,
Но мы не можем абстрагироваться от вот этого мейнстрима технического университета, хотя, когда разговариваешь с руководителями нашего университета, иногда вот эти акценты, они имеют значение. Когда я, например, говорю о том, что у нас же технический университет, то мои оппоненты говорят: «Да, но у нас технический университет». И это, в общем, как бы две таких разных, два разных подхода к тому, что здесь должно быть. Но, к счастью, вот этот этап, он, в общем-то, преодолен. Мы набираем, у нас даже конкурс, и мы очень нашими студентами довольны. В общем, с оценкой техникой более или менее как-то мы понимаем. Но, как говорится, не успели мы освоить эти методы оценки техники, как на нас наехал искусственный интеллект. И вот, что касается искусственного интеллекта, ну, работ много, может быть, у нас не так много, как за рубежом, но, наверное, это уже общее место, когда исследователи, занимающиеся искусственным интеллектом, говорят, что сегодня нет достоверных средств квалифицированной оценки возможностей искусственного интеллекта. И даже сами создатели искусственного интеллекта не очень понимают, что там у него внутри. Ну вот там я в Nature иногда там заглядываю. Да, я понимаю. Но тем не менее, вот квалифицированные суждения, что в общем и целом существует два лагеря исследователей с противоположными взглядами на то, что происходит под капотом массивных лингвистических моделей. Это Nature, да, там одна из статей, которая была опубликована, ну, летом, весной или летом 23-го года, в которой цитируются исследователи искусственного интеллекта из Гарвардского университета. Ну, в общем, люди высказывают разные точки зрения на то, что вообще, ну, с чем мы имеем сегодня дело и с чем будем иметь дело завтра. Ну, одни считают, что впечатляющие способности алгоритма связаны с такой зачаточной способностью рассуждать или понимать, с чем те имеют дело. Но другие... И, в общем, среди... Нет, не буду, наверное... Нет такой квалифицированной оценки гуманитарии или как раз айтишники и создатели искусственного интеллекта. Каких больше? Но люди не склонны, многие, очаровываться все-таки тем, что происходит, и склонны критически рассматривать вот этот процесс. Да? Ну, проблема, конечно, стоит в том, что никаких убедительных доказательств и свидетельств, какой бы то ни было из точек зрения, сегодня нет. Вот не существует такого счетчика Гейгера, который можно было бы навести, да, на что-либо услышать, там, какие-то сигналы и сказать: да-да, это разум. Или нет, это разумом не является. Вот опять обращусь к Nature. Летом 23-го года вышла статья, которая называлась так, в заголовке такие были слова: «Чат GPT сломал тест Тьюринга». Значит, то есть, ну, эта статья, ну, как потом в комментариях говорилось, что этот тест практически официально признан устаревшим, и оценивать с помощью него современный искусственный интеллект не имеет никакого смысла. Ну, я напомню, все, наверное, знают, да, что такое тест Тьюринга, не стоит об этом говорить, но самое главное, наверное, что он все же субъективен, да?
И в результате этого теста, если все реплики выглядят так, будто говорит человек, да, то тест Тьюринга считается пройденным. Но сегодня в мире проводится довольно много интересных экспериментов как раз вот по этому поводу, по поводу понимания, да, того, что происходит во взаимодействии с искусственным интеллектом, человека и искусственного интеллекта. Ну вот израильская компания, одна из лабораторий в Израиле, она создала такую онлайн-игру на базе теста Тьюринга, кстати, который в итоге подключился в общей сложности около 1,5 миллиона человек. Значит, каждому игроку предлагалось в течение 2 минут беседовать либо с человеком, либо с чат-ботом на основе, ну, какой-то языковой, лингвистической модели, дальше определять, с кем он имеет дело. Значит, вот пользователи правильно определяли ботов лишь в 60% случаев, что, в общем, не сильно отличается от, ну, такой случайной выборки, случайного везения. Но вот все-таки эксперты считают, что люди, которые знают, как работают масштабные вот эти языковые модели, они довольно легко все-таки определяют собеседника по хорошо известным им слабым местам. Я не знаю, что вы чувствуете, когда с вами... Ну, я недавно... была такая необходимость мне связаться с госуслугами. Вот я звоню в эту компанию. Мне отвечает очень вежливый, идеальный с точки зрения интонации голос бота. Ну, понятно, мы поговорили, я понимаю, что это бот, мы поговорили, дальше выяснилось, что я не очень понимаю, в чем ваши проблемы, переключаю вас на оператора. Значит, переключает на оператора, а оператором оказывается живой человек, который говорит со мной, ну, ее интонация, она была крайне раздраженной. Видимо, я не знаю, что, в какую я вклинилась в какое-то ее приятное дело. Она говорила со мной резко. Это были ужасные... Когда я положила трубку, я подумала, что лучше бы со мной продолжал бы разговаривать этот самый чат-бот, потому что настроение от живого оператора у меня просто, как говорится, исчезло напрочь. Ну, в общем, приведу такой пример еще из буквально вчерашнего заседания кафедры. Моя коллега рассказала о том, что она задала как раз вот этим нашим социологам, да, которые на нашей кафедре обучаются, дала им задание с использованием GPT сделать, ну, какие-то самостоятельные работы. Но вот условие было, что они должны были этот чат использовать. И она была очень вдохновлена тем результатом, который она получила. Она сказала, что это гораздо лучше, чем то, что студенты делают без использования этого бота, чат-бота. Да, чат, не бота, а GPT. Ну, в общем, она сказала, что это очень такая интересная и вполне полноценная такая работа. Ну, я деталей пока не знаю, но заинтересовалась, какую часть этой работы, да, все-таки сделал этот чат. И какую часть, где, как оценивать? Вот вопрос ведь дальше возникает. А как оценивать у всех преподавателей сегодня? Вообще-то мы все встревожены, да, этой ситуацией. Ну и уже в прошлом году, ну вот я, у меня и в МГУ есть курс, и там защищались ВКР и магистры, и бакалавры. И, в общем, было несколько работ, по поводу которых у нас были сильные сомнения. Но антиплагиат их не выявляет. Он не выявляет. Почему не выявляет? Потому что слова есть, а смыслов нету. А слова есть, а антиплагиат выявляет
слова и смотрит, есть повтор этих слов? Нет? Ну, нет, значит, все в порядке. Ну, все, конечно, знают про эту знаменитую историю, да, с, по-моему, Валерием Эдуардовичем. Это была математика или физика, когда пошутили и создали тоже с помощью искусственного интеллекта статью, которая прошла через тройное рецензирование, да, то есть она прошла через все самые крутые такие рецензии, да, фильтры, и тем не менее была опубликована, да. Ну, я не знаю, это все-таки этой истории уже там пару лет, наверное, ну, да? Ну, может быть, уже почти 10. Даже это больше, давно, да? Было, давно, да, было? Ну, я не знаю, может быть, сегодня это уже невозможно, хотя и искусственный интеллект может, тоже совершенствует. Об этом не знаем. А может быть, мы об этом не знаем. Может там, быть. Кстати, никакого искусственного интеллекта нет. Там эти модели... А что было? Генератор, да. Ну, да. Ну, слушайте, ну, значит, искусственный интеллект более совершенная система, правда, чем? Да. Ну, в общем, вот так. Значит, еще один такой момент, связанный тоже с вот этими оценками возможных последствий. Это вопрос о том, в каких сферах может искусственный интеллект применяться безоговорочно и без ограничений, да? А в каких сферах все-таки требуется, ну, очень осторожная, очень тщательная проработка такая предварительная, да, прежде чем использовать вот те возможности, которые у искусственного интеллекта есть. Ну, насколько я понимаю, сегодня крупные компании очень активно используют эти разработки для набора персонала, для оценки возможных кандидатов HR. Они используют их достаточно активно. Ну, не знаю, не уверена, что это, ну, что это правильно. Еще один такой момент. Вот каким образом все-таки, да, понимать возможности и слабые места искусственного интеллекта? Значит, вот сегодня есть такие наработки, тоже, ну, мне кажется, интересные, такие логические головоломки. И исследователи считают, что они просто очень хорошо работают как раз с точки зрения оценки. Да? Они достаточно точно могут оценивать. Причем головоломки не просто логические, но цветные логические головоломки. И вот языковая модель GPT, она с такими логическими головоломками не справляется. Мыслить абстрактными понятиями она оказывается не свободна все-таки. Да? И вот эти головоломки, они, почему это интересный такой метод? Потому что они определяют все-таки ключевую способность человеческого разума. Это способность к абстрактному мышлению и экстраполяции на новые проблемы. Ну и, конечно, парадокс, в общем, заключается в том, что человечество, в общем, наверное, пока еще, ну, может быть, только, может быть, некоторые гении, не знаю, я тут аккуратно бы высказалась, но, в принципе, люди, которые и создают, и используют, и, ну, как-то считают, что, ну, что применение искусственного, вот этих моделей искусственного интеллекта не может быть сдержано, удержано. Оно существует сегодня уже как наше абсолютное будущее.
И парадокс, конечно, заключается в том, что все-таки во всей глубине то использовать можно, но понимать вот все возможные риски, проблемы, опасности, может быть, даже, мы пока еще не понимаем. Да, есть вот интуитивно, когда люди как-то стараются, ну, так вот оценивать это, ну, так скорее негативно, да, опасаясь, боясь, есть определенный страх перед этим. Но все-таки любая технология, тем более такая, которая претендует на, ну, я не знаю, цифровые двойники там и так далее, да, замещающие как бы функции человека, конечно, такая технология все-таки требует проработки убедительных средств оценивания. Вот я на хорошо, этом, пожалуй, да, остановлюсь. Спасибо, Надежда Георгиевна. Кажется, как раз 20 минут прошло, что вы уложились в регламент. Давайте тогда у нас следующий докладчик. Кубряк Олег Витальевич, доктор биологических наук, профессор кафедры робототехники Московского энергетического института, завлаборатории. Не-не, вот это так... достаточно. Достаточно, да, да, я хотел там это все ваши нет, регалии перечислить. Да, ну еще раз здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Вот Надежда Георгиевна в своей вступительной речи, на мой взгляд, отразила как раз ту сложность формулировки междисциплинарного взгляда на те проблемы, которые сегодня ставят перед нами, ну, развитие науки, технологий, техники. И, конечно, мы, когда готовили эту работу, мы ее готовили с трех сторон. Надежда Георгиевна – философ, Сергей Валерьевич Ковальчук, наш коллега, это специалист в компьютерных науках из университета ИТМО. И мое образование исходно медицинское, несмотря на то, что как бы сама моя деятельность, она междисциплинарная такая получается. И вот с этих позиций я прошу вас, переключите следующий слайд. Значит, насколько оригинально то, что мы предлагаем или то, что мы не предлагаем? На самом деле взгляды о том, чтобы что-то посравнивать между собой, ведь название нашего сегодняшнего доклада – это было «От медузы, да, до суперкомпьютера и человека». То есть на самом деле много попыток сравнивать то, что, казалось бы, не всегда сравнимое. Вот в этой работе, которую я привожу для примера, потому что существуют и раньше существовали подобные работы, и мы с вами сегодня еще успеем, я думаю, сказать о том, насколько давно люди пытаются сравнивать вещи, которые сегодня не всегда кажутся сравнимыми. То есть, что предлагается в этой работе? Предлагается в этой работе сопоставить различные живые системы по сложности устройства, ну, собственно говоря, их, ну, назовем, ну, даже управляющих систем, наверное, так вот можно обобщить и правильно назвать. И как бы по мнению авторов, то есть главное, что отличает, значит, одни живые существа от других, то есть, например, человека, мозг человека от, назову системы управления, там написано мозг, но это я примерно сделал так, как дословный перевод. Вот. На самом деле они говорят об управлении потоком информации и наличием памяти, то есть выделяя эти качества как ключевые. То есть мы видим, откуда такие идеи взяты. Давайте следующий слайд. То есть мы видим, что эти идеи очень похожи на то, как сегодня представляют там компьютеры, суперкомпьютеры. И очевидно, что как точные науки, компьютерные науки черпают идеи из биологии, также и биологические науки, либо, скажем так, связанные с ними, они черпают идеи из техники для того, чтобы уподобить то, что они наблюдают, с чем-то, ну, как бы понятным. То есть, значит, когда-то вот мои коллеги более старшие говорили о том, что когда появились транзисторы, была книжка «Мозг как транзистор». И так далее. То есть люди пытаются описать что-то живое тем, что им понятно. И мы видим, что, по сути, как бы, если рассматривать схему суперкомпьютера, там тоже память, там тоже направление потоков информации, последовательная либо параллельная обработка. То есть идея уже приобретает черты некой глобальности. И мы видим, что уже сравнимость на таком уровне вероятно возможна. Давайте следующий слайд.
Важная еще вещь, вот чего здесь следует добавить, это такие сложные социальные взаимодействия. Возникает вопрос, как части целого либо индивидуальные интеллектуальные агенты могут взаимодействовать друг с другом. Это какие-либо сигнальные системы, это какой-то язык. Ну, сегодня исследователи говорят, и раньше говорили о том, что существует развитая система взаимодействия у живых существ. Вот здесь вот в качестве примера вот эти симпатичные птички из цитируемой публикации. Птички-самцы между собой говорят по одному, самочками они говорят иначе, то есть у них существует своя система. И на самом деле... был очевидцем, и вы, возможно, тоже могли такие видеть истории, когда какой-то человек общается с птицами, например, с воронами. Вот тут, проходя в парке, можно увидеть, как человек каждый день с ними разговаривает, они специально к нему прилетают и так далее. Это какая-то сказка, мистика? Нет. Это какая-то своя система сигналов. И она отражена и в сказках, когда в сказке любые живые существа, будь это рыба, птица, они разговаривают человеческим голосом или как-то могут общаться с героями. Про сказки особый акцент, потому что вся идея, которую мы сегодня говорим, она придумана не автором, а отдельным Ивановым и Петровым. Она, на мой взгляд, на наш взгляд, отражает такую историю очень древнюю. Дальше я об этом скажу. Следующий слайд. Значит, вот когда мы говорили о социальных поведениях, социальном поведении искусственных интеллектуальных агентов и живых систем, я хотел бы обратить ваше внимание на крайне интересный доклад Валерия Эдуардовича, который был у нас в Московском энергетическом институте. И есть видео, которое можно посмотреть, оно общедоступно. Но хотел бы сказать, что сама идея, вот видите пример зарубежной публикации, сама идея о том, что можно считать любую систему как бы когнитивной, то есть получается и биологическую, и наоборот, может быть, искусственную какую-то систему, всего лишь из наличия механизмов познания, да, где авторы, вот эти авторы из Израиля, они говорят о взаимодействиях со стимулом, связанных с ним стимулами и так далее и тому подобное. То есть мы с вами видели, на мой взгляд, что-то, скажем так, близкие взгляды в социальном поведении роботов, когда у роботов подкручиваются, в кавычках, конечно, их там моральные качества и так далее. То есть такие работы есть, они появляются, они, конечно, были раньше сгенерированы людьми, которые увлекались научно-технической фантастикой. Давайте следующий слайд. Вот в этой связи давайте подумаем о том, каким же образом мы познаем это, как мы можем проникнуть, скажем так, в жизнь, если это можно выразиться, там, суперкомпьютер или представить, что происходит с медузой и так далее. Вот здесь я хотел бы привести цитату Конрада Лоренца, человека, скажем так, непростой, необычной судьбы, и которому довелось в кафедру Канта последним возглавлять, да? Вот он говорил, и он был связан с медициной, с биологией. Он говорил о том, что существуют такие методы, когда без проведения специальных экспериментов можно узнать что-то новое. Но он имел в виду, что обращаясь к закону, который властвует внутри нас, в нашем этическом и моральном поведении. Да? Ну, здесь, конечно, вот неким, не то чтобы противопоставлением, но неким глобальным каким-то таким акцентом можно противопоставить фразу из Евангелия. То есть свет, который в нас, не есть ли он тьма. Да? Вот как узнать, что внутри, и как это можно сопоставить? Очевидно, что это крайне сложная какая-то система оценок, и здесь, вероятно, много философ, вопросов, и люди, которые занимаются прицельно философией и разбором всего этого, наверное, что-то смогут прокомментировать. Ну, а мы идем дальше. Мы идем дальше, говоря о том, как же вот это вот оценить, как может человек оценить собственную способность познавать. И теперь следующий слайд. И можно провести очень простой эксперимент в наши дни. Представить, предложить человеку поднять гирю.
8 килограмм, 16. Очевидно, есть много людей, которые способны это сделать и которые критически совершенно точно понимают, какой вес они смогут поднять. То есть оценка физической силы очень точная. И человеку, если предложить поднять большой там, корабельный якорь, он, очевидно, сразу понимает, что это ему не под силу. Но при этом мы с вами являемся свидетелями, когда в наше время люди берутся решать крайне сложные задачи, когнитивные задачи, интеллектуальные задачи, совершенно не соизмеряя собственный интеллектуальный потенциал, интеллектуальную силу. У нас не только о футболе там, и медицине, у нас все разбираются в политике, в государственном бюджете, там, в начале войны и мира, эпидемиях, то есть обо всем. То есть это как бы совершенно простые люди, не владеющие ни информацией, ни соизмеряющие собственную силу. Как же ее измерить? И как же вот узнать свет, который в нас? Он не есть ли тьма? Давайте следующий слайд. Вот здесь, когда я сказал, что важная роль в нашем сегодняшнем докладе отводится сказкам, еще одна сказка. Это теперь не русская, а индийская сказка. Посмотрите на эту иллюстрацию, она очень здорово отражает цитату. Ведь напомню, о чем эта сказка. О том, что трое ученых встретили крестьянина, который вроде бы глупый, необразованный, неотесанный, и его приказали быть их слугой и сопровождать их. И когда они нашли мертвого льва, они предложили оживить его. На что крестьянин справедливо предупредил их, сказал: «Не надо, не надо». Да, но они, так сказать, с ним не согласились, потому что они ученые, они знают, что и как. И крестьянин спасся, а лев проснулся, ожил, да, и съел этих самых троих ученых. Так возникает вопрос, кто из этих четверых героев, ну, не считая льва, я имею в виду из людей, кто из них по-настоящему умный? Те люди, те эти брахманы, которые были настолько ученые, что могли оживить мертвое животное, или крестьянин, который понял, что произойдет после, и спрятался от них на дерево? Так вот, какие качества интеллекта мы здесь видим? Мы видим здесь способность к прогнозу, и мы видим некую грубую вычислительную силу. То есть что они могут делать? Сверхспособности интеллекта. Дальше. Поэтому про сказки, чтобы было понятно, что сказки – крайне серьезный источник, я хотел бы привести вот ссылку на эту публикацию, из которой следует, что волшебные сказки – это вот такая сложная таблица исследования корпуса европейских сказок. То есть они типизированы, существует типизация, и авторы с помощью сложных там байесовских моделей, сложных итераций попробовали восстановить эти сказки там на пра-пра-пра языке и найти каких общие корни и так далее. И они обнаружили, что тут больше 70 сказок, которые встречаются почти у всех вот, европейских народов, они имеют, особенно волшебные сказки, они имеют очень длинную историю. Они уходят в бронзовый век. То есть это вот 5-6 тысяч лет назад. И поэтому, когда мы говорим о сказках и выводах из сказках, это, на мой взгляд и на наш взгляд, крайне серьезный источник, если к ним правильно относиться. Дальше. Ну и, собственно говоря, оформление нашей идеи, которая возникла, как вы увидели, можно сказать, сказочным образом, из сказок, началась не сегодня, не перед тем, как мы опубликовали осенью этого года нашу статью в журнале «Философия», которая вот здесь тоже процитирована ссылка на библиографию, и также эта статья находится в свободном доступе, ее можно легко увидеть из моих соцмедиа, на сайте моем lab17.ru, это мой личный сайт, телеграм-канал, ВКонтакте и так далее. Первые названия были и «Критичность мышления и оценка силы естественного или искусственного интеллекта», и «Двухосевая шкала оценки интеллектуальных систем». Сначала мы рукопись подготовили и отправили ее на Арксив. Потом мы подготовили рукопись, которая долго рецензировалась. Мы добавляли по просьбе рецензентов туда все больше и больше данных, ссылки. Там в итоге скопилось больше 100 источников. Потому что зарубежные рецензенты интересовались, почему мы не упомянули такого-то философа или такого-то их, значит, специалиста и так далее и тому подобное. Уже тогда это мне напомнило
ту реакцию, которую мы в какой-то степени видели и сегодня при вот, начале нашей встречи. То есть вот эта тема, она действительно междисциплинарная, она многих интересует. И таким образом вот эта идея для того, чтобы вот получила некий оформленный вид, она вызревала, по сути, где-то вот 2 года дальше. То есть это не скандачка. Здесь вот работает PDF в этом режиме. Но вообще я здесь хотел ее просто пролистать, чтобы была видна структура этой статьи и ее размер. Ну, это можно сделать и самостоятельно. Следующий слайд. Значит, что еще следовало бы отметить, акцентировать вот в нашей публикации? То есть любой желающий сможет ее прочесть. И также, насколько я знаю, Мария Валерьевна, наш основной секретарь семинара, она рассылала ссылку всем участникам нашего семинара на значит, эту нашу публикацию. Ну, я хотел бы выделить... Во-первых, вот такое визуальное описание, о чем эта статья. Она, по сути, о том, что, конечно, все эти интеллектуальные свойства, живые системы или, так скажем, более общие интеллектуальные агенты, если мы сравниваем медузу, там, дельфина, компьютера, человека, они проявляют их в контексте, они проявляют их в зависимости от среды. И здесь есть разные вещи, и мы разные условия, да, на это влияют. И мы хотели бы обратить внимание на вот эту вот способность заглядывать в будущее. Я здесь, соответственно, цитаты привожу, это фрагменты, ну, как бы на русском этой самой нашей публикации. То есть я вспоминаю Петра Кузьмича Анохина с его идеей машин, которые умели бы заглядывать в будущее. Аналогичные идеи я видел у Норберта Винера и других, скажем, людей, которые вот, развивая кибернетику, когда, так сказать, в середине 20 века об этом говорили. И, соответственно, такие идеи можно найти. И поэтому рассмотрение вот только как бы грубой силы, такой вот вычислительной мощи, как мы видим на примере сказки индийской про ученых брахманов, она оказывается недостаточная без оценки адекватности применения этой интеллектуальной силы, без прогноза. Следующий. Ну и поэтому вот основная идея, которая там представлена, она говорит, она о том, что любой интеллектуальный агент может условно характеризоваться по двум осям. То есть по его грубой вычислительной мощи, то есть по его способности делать много каких-то вычислительных, назовем это, скорее всего, вот так вот, хотя это, наверное, не совсем точное определение операции, и его предсказательной способности. Поясню. Есть совершенно, так скажем, простые существа, простейшие, медузы, маленькие рыбки, у которых мало мозга, но они вовремя уплывут от цунами, да? А какая-то совершенно умная, казалось бы, там, техническая система, либо человек может об этом как бы не знать, да? И его предсказательная способность как бы здесь почему-то не работает. Поэтому, когда мы говорим об этой двухосевой шкале, мы говорим о самом важном. И мы говорим о том, что вот на способность вот использовать эти качества, ну, влияют разные факторы. Ну, мы выделили вот там, например, 3. То есть объективная неопределенность самих когнитивных инструментов. Вот здесь их, понятно, очень много. Я опущу их пересказывать. Кому интересно, можно подробно ознакомиться с нашими рассуждениями. Использование каких-то эвристик, ну, таких готовых, типовых, быстрых, в кавычках, способов рассуждения, ну, некоторых отработанных таких рецептов поведения. И, собственно говоря, сами социальные взаимодействия. Все эти языки или сигнальные системы, как мы видели там у птичьей, хотя, может быть, у них некоторые считают, и языки есть. Следующий слайд. Ну и вот такая иллюстрация, она была подготовлена нами для публикации. Она, конечно, с точки зрения языка, я имею в виду вот перевода, вот concessions и performance, на мой взгляд, может быть, нам следовало еще более точно подойти, потому что вот на русском языке грубая вычислительная сила и способность к прогнозированию, мне кажется, звучит, ну, как сказать, более что ли четко и доходчиво. Но, тем не менее, здесь пример того,
как можно такую шкалу, ну, это в упрощенном условном виде, понятно, что ее можно сделать более детальной, можно разместить разные интеллектуальные системы, и машины, и человека. И мы видим, что человек в рамках такой шкалы, условной шкалы, подчеркиваю, находится где-то в условно-среднем положении. Понятно, что он не такой, как суперкомпьютер с точки зрения вычислений, но значительно их превосходит в адекватности использования тех когнитивных инструментов, которыми обладает. Следующий слайд. Ну и вот, завершая свое выступление, естественно, вопрос, да, вывод какой, что дальше? Мы находимся, я вам показал, что 2 года вот этой идеи, которую мы опубликовали. Идея эта, конечно, не возникла из вакуума. То есть я показал, что она опирается не то что даже на отдельных авторов, которые были прежде, на отдельные работы, что она опирается на, собственно говоря, квинтэссенцию того, что есть в мировой культуре вот эти самые сказки, то есть лишенные художественного какого-то там, художественных особенностей, там, налета, не знаю, времени, каких-то культурных, там, страновых особенностей. То есть это некие какие-то голые костяки чего-то, что свойственно природе человека и свойственно уму человека, да, его способности рассуждать. И идеальной показалась мне для этого цитата из Герберта Уэллса. Это начало его знаменитой «Машины времени». Почитайте эту цитату, я позволю себе обратить ваше внимание на нее и сказать несколько слов из этой же цитаты. Вот путешественник во времени говорит о том, что он говорит, я, говорит, и не предполагаю, что вы со мной согласитесь, не имея на это достаточно разумных оснований, но вам придется согласиться со мной. «Я вас заставлю», – говорит герой этого отрезка. И вот здесь вот еще важная цитата. «Из этого следует, – продолжал путешественник во времени, – что каждое реальное тело должно обладать 4 измерениями». Он там его спрашивает о кубе. Да, говорит, может ли существовать куб не единого мгновения? То есть он показывает, что у него не только 3 измерения, что у него есть 4. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Ну, дальше говорит, что вследствие вот определенной ограниченности, я бы сказал, особенности, да, нашего ума или, может быть, культуры, мы часто не замечаем этого факта, мы не замечаем вот этого самого развития во времени тех самых когнитивных усилий. И поэтому мне кажется, что дальнейшее развитие и дальнейшее развитие нашей идеи, которую мы сегодня вам представили, оно как раз касается возможных прикладных исследований, да, базирующихся на том, что эта идея универсальной шкалы, она, на мой взгляд и на наш взгляд, она вполне себе жизнеспособна. Я надеюсь, что мы сделаем что-то в этом направлении. Последний слайд. Так что благодарю за внимание, и мы готовы ответить на вопросы. Если, спасибо, Олег Витальевич. Еще прошу прощения. У нас еще третий есть докладчик. Нет. Он в Петербурге, он не сможет доложиться. Да. Но он будет с нами на связи. Если будут хитрые вопросы с точки зрения IT-наук, то он, я думаю, ответит. Он занимается моделированием математическим, знает всякие хитрые... Что? Ну хорошо, раз он не сможет, давайте, пожалуйста, тогда задавать вопросы, у кого есть вопросы, пожалуйста. Да-да. Давид Иванович, пожалуйста. Каковы когнитивные критерии при сравнении, скажем так, способности индукции и вообще, когда вы сравниваете функции интеллекта и функции тех или иных живых сил? Каковы критерии? Ну, на самом деле, спасибо огромное за вопрос и за ваше внимание к этому семинару. Нам очень лестно вас видеть и слышать. И, значит, конечно, вопрос о критериях и уточнениях того, как должна работать какая-то система оценивания, система оценки, вот когда Надежда Гимовна говорила, базирующаяся на такой идее, она, конечно, предстоит еще ее, ну, всерьез отрабатывать, причем ее можно отрабатывать в разных сферах. Можно отрабатывать ее, например, в качестве некой
не то что даже альтернативы, а способа, который придет на замену, допустим, психометрическим шкалам. Но вот если говорить о людях, а если мы говорим о разных системах и как можно сравнить медузу там, с суперкомпьютером, то мы говорим о том, что мы сейчас не знаем, в каких единицах, потому что это концепт, да? Но мы говорим о том, что мы можем неким образом оценить грубую вычислительную силу, например, таким способом, который предлагали авторы первого слайда, которые говорили о способности мозга или, скажем так, управляющей системы нервной, да, структурировать информацию, перенаправлять потоки информации и так далее, и способности к прогнозу. Ведь на самом деле не исключено, что, скажем, распределенная нервная система, как у простейших там каких-нибудь гидры, да, может быть, она что-то предсказывает лучше, чем, скажем так, структурированный сложный мозг. Но мы этого... Я, во всяком случае, этого стопроцентно утверждать не буду, что кто-то знает. Но, может быть, такие люди есть. Я ответил. Спасибо. Так, можно хорошо, я, может быть, дополню, да, да, вот эту идею? Ну, вообще, довольно много сегодня проводится экспериментов как раз вот на этот счет. Да, вот, эксперименты, которые, в которых пытаются понять... все-таки где вот эти границы, да, возможности искусственного интеллекта. И в одной из лабораторий, по-моему, это в Кембридж, не могу точно сказать, сейчас на память просто говорю, был проведен такой эксперимент, и GPT, четвертый, его, значит, поставили в условия, когда он должен был пройти тест, который психологи используют для оценки модели психики человека. И, это модель, которая позволяет проверить на способность воспринимать как собственные переживания, да, так и переживания других людей. Соответственно, это может позволить как-то прогнозировать поведение, да, и ситуацию в будущем. Вот машина прошла этот тест. Она его прошла. Но отсюда возникает вопрос. Как она прошла? Она дала те же самые ответы, которые дают люди. Отсюда возникает вопрос. Это, что это означает? Означает ли это то, что она, что здесь можно поставить знак равенства? Конечно, нет. Конечно, нет. А то машина не работает на уровне семантики, она работает на уровне синтаксиса. Конечно. То есть, да. Может быть, какое угодно совпадение. Ответы ровно те же самые. Это ни о чем не свидетельствует. Да? Вообще, абсолютно. В этом же и в этом сложность, да, оценивание, конечно. Хорошо, еще вопросы есть? Да, пожалуйста, Эдуардович. Да, Надежда Гамовна, скажите, вы ставите, так понимаю, знак равенства между интеллектуальной системой и нейронными сетями, да? Или я ошибся? Я, конечно, понимаю, что они не равны в абсолюте, но поскольку я, конечно, не специалист в этих тонкостях, да, поэтому мне кажется, что с точки зрения такой оценки, что ли, да, того, что вообще происходит в этой сфере, наверное, можно было бы, я, по крайней мере, не развожу их. Принципиально. Позвольте, я дам правильный акцент. Это является совершенно неправильный вывод. То есть все переворачивается с ног на голову. Даже ваша там картинка, можно ее, там где-то была, да. Но посмотрите, что там нарисовано. Это же ваша работа. Луч бейзит, ночь бейзит, всякие коллаборативные системы. Кстати, а где в этой штуке нейронные сети? Позвольте, я скажу акцент. Здесь совершенно не обязательно нужно привести любые интеллектуальные, скажем так, агенты, которые нам сегодня известны или которые такими можно считать. Да, поэтому здесь, может быть, их и не видно. Где они расположены, то надо подумать. Но я хотел бы сказать важный акцент. Чем отличие этой шкалы, или такого подхода от других? Дело в том, что мы видели в работах биологов, которые сравнивали разные системы нервного управления,
Подход, как бы похожий на то, как организован компьютер, это подход, ну, который можно условно назвать морфологическим. То есть они как бы сравнивают вот разную, в кавычках, ну, структурную, что ли, систему мозгов. Мы же говорим о том, что такая система почему универсальна, и не нужно задавать вопрос, вот, допустим, различается ли там нейронная сеть там, от чего-нибудь другого. Мы говорим о том, что этот подход функциональный. Мы говорим, что если мы оцениваем функцию, да, то мы тогда как бы преодолеваем возможность или невозможность вот, скажем, такого прямого сравнения, что, например, эта система у нас на транзисторах, эта система у нас там на лампах или это еще там на каких-нибудь биочипах. То есть мы говорим о том, что если мы измеряем функцию и каким-то способом ее измеряем, измеряем способность к прогнозированию и измеряем грубую вычислительную силу, мы как бы преодолеваем вот этот самый разрыв, вот этот акцент, о котором я хотел сказать. Ну, это для меня второй вопрос был, а почему именно эти две оси, почему их две? На самом деле, вот этот подход, когда мы оцениваем что-то, размещаем кого-то где-то и используем много осей, это такой достаточно очевидный. Стандартный подход, да, в этом смысле. Я придумал еще 5 измерений, потому что вы забыли то, забыли все, не учли это, и у меня получится другая картинка. Она, кстати, будет субъективная, но тем не менее, она будет, наверное, не так противоречива, как вот это. Вот это очень ограничено. Потому что что стоит за этим термином, честно говоря, понять сложно. И по этим двум осям вы все равно такое ощущение, что скатываетесь своей функциональной оценкой, опять достаточно. Ну, скажем так, что понятно, то есть когда я сказал, что это концепт, и он нуждается в разработке, это как бы такая мысль присутствовала. Но хотел бы сказать, почему две оси, почему не три, не четыре? Мы тоже задавали себе этот вопрос. И по нашему мнению, если мы добавим некоторые вещи, некоторые оси сюда, то есть они будут не из других категорий. То есть, например, вот эти – это совершенно разные категории, да, то есть грубая вычислительная сила, хотя вот там стрелочки есть, они могут перетекать. Очевидно, что мы можем каким-то образом использовать эту грубую вычислительную силу для предсказаний. Ну, например, скажем, какие-то компьютеры, которые прогнозируют погоду, да, то есть они используют некую там математическую модель и так далее. Допустим, то есть мы можем как-то одно качество условное использовать для, как сказать, усиления, там, ну, как бы перетекания одно в другое. Наверное, это есть. Но они из разных категорий. Почему это так сделано субъективно? Ну, это как бы вот наша такая идея. Значит, и она, еще раз говорю, базируется на чем? Она базируется не только на идеях там, Норберта Винера или Петра Кузьмича Анохина. Она базируется и на сказках тоже. Я объяснил, что такое сказки. То есть мы сравнили с вами Брахманова и Крестьянина. Но если мы добавляем другие оси, допустим, третью, четвертую, будут ли относиться они к другим категориям, не к вычислительной силе и не к прогнозированию? Вот у нас возникли сомнения, что они будут относиться к другим. Мы можем как бы усложнить, но это будут некоторые все равно итерации какие-то или дополнительные особенности вот этих двух направлений. То есть мы говорим о том, что есть что-то связанное с нашим пространством, хотите, с архитектоникой мозга, с его там структурой, значит, с морфологией и с тем, как он протяжен во времени, как он связан с возможностью прогноза. Вот отсюда эта идея двух осей, а не трех, не четырех. Если бы у нас было еще какое-то измерение, допустим, там, не знаю, есть семи, есть всякие... У вас две оси – это пространство и время, да? Ну, я же это очень грубо говорю, да, условно. То есть мы понимаем некую, как сказать, ну, не то, что натянутость, но это все-таки элемент рассуждения, не подкрепленный численными экспериментами, да, пока там, или какими-то. Поэтому это умозрительная концепция, да, но она, на наш взгляд, имеет право на жизнь. Понятно. Вот как раз для того, чтобы вы задавали вопросы, ну, это само собой, и говорили бы о том, что у вас есть иные картины, нет, иное нет, ну, видение. Ладно. Ну, почему бы и нет? Хорошо, пожалуйста. Да, пожалуйста, еще вопрос у нас есть. У меня вопрос к последнему докладчику. Два вопроса. Первый вопрос. Считаете ли вы, что мозг и сознание, это, ну, между ними можно поставить знак равенства? И второй вопрос, больше скорее реплика, или у меня сложилось такое немного непонимание.
доклада. Вот если мы берем системы живые, начиная от Медузы, заканчивая неживыми суперкомпьютерами, между ними стоит человек, то, как по мне, этот метод по всей так называемой универсальности многое теряет, потому что... Так, это уже не вопрос. Вопрос в чем? Сформулируйте его четко. Не считаете ли вы, что при выборе вот этих двух критериев присутствует некий редукционизм живых свойств живых существ к каким-то определенным наборам, которые выгодны именно в данном конкретном исследовании, потому что вычислительные способности, разумеется, есть у человека и у машины, но исчерпывается ли только все этим, или есть какие-то иные свойства, которые могут помочь в прояснении и в сравнении? Ну, понятно. Можно ли свести работу мозга к вычислительным способностям или что-то еще здесь есть? Ну, я думаю, что здесь... Спасибо большое за ваш вопрос. Здесь на самом деле... Как бы можно было наилучшим образом ответить, как мне кажется? Дело в том, что вы, значит, первое, что вы спросили, можно ли сравнивать там, вот, каким образом там, живой мозг и какой-нибудь суперкомпьютер. Ну, это, в принципе, некий вариант того, что мы обсуждали выше. Мы говорили о том, что сама система функциональной оценки, да, она ориентируется на функцию и про мозг и сознание. Вот это как бы вот эта часть вашего вопроса. Что если мы ориентируемся на функцию, мы не задаем вопроса о наличии или там, отсутствии сознания. Да, мы говорим о проявлении вот этой интеллектуальной способности. И вы видели, некоторые авторы, я приводил на слайде выше, считают, что способность к познанию уже характеристика когнитивной системы. Вот авторы из Израиля. Я не говорю, что я полностью единомысленен с ними. Я говорю о том, что такие точки зрения существуют. И если мы отказываемся от рассмотрения от рассмотрения интеллектуальной системы как от чего-то чисто человеческого, ну, потому что существует все-таки, некоторые считают, что язык, допустим, у дельфинов. Да, мы должны им отказывать, ну, в наличии какой-то, у них даже есть, как некоторые считают, культуры, то есть они там чему-то учатся, у них есть свои какие-то там интересы. Вот, такие работы существуют. Я не говорю, что это какая-то там мистика или еще что-то. Да, так люди считают, так смотрят. Вот, есть, конечно, тут какие-то крайности, но тем не менее, если мы говорим о функциональной оценке, мы не утверждаем чего-то, что можно связать там с душой, с сознанием, вот, напрямую. Мы говорим о проявлении интеллектуальной деятельности системы, и мы ее грубо располагаем в каком-то пространстве, вот этом плоском, да, для того, чтобы нам увидеть, на что она способна, для чего она годится. Ведь смысл-то оценки именно в этом. А вот эта концепция не предполагает возможности, ну, какой-то вселенской, такой глобальной, вселенского глобального описания, что такое живое существо, что такое сознание, что такое мозг. Вот если я ответил на ваш понятно, вопрос. Да, вот можно я в продолжение к этому вопросу задам еще один вопрос. Конечно, очень интересный доклад, спасибо вам, все это оцените, очень любопытно. Но можно ли решить эту задачу без того, чтобы ввести здесь понимание, а к какой среде, собственно, адаптируется интеллект? Вот есть такое существо, гидры, вы как доктор биологических наук должны знать. Вот они там сначала в болоте развиваются, потом друг друга поедают, потом, значит, гидра самая сильная выползает на сушу, у нее жабры отмирают. Жабры отмирают и легкие формируются, и, соответственно, по-другому интеллект начинает работать. А компьютер, если в болото бросить, он загнется, и все, и ничего не будет дальше. То есть, как можно здесь сравнивать интеллектуальные способности, не описывая среды? Вот в чем мой вопрос. Вот вы абсолютно справедливый задаете вопрос, и мы как раз тоже его понимаем. И вот здесь вот как раз специально, когда... мы характеризуем вот эти две условные характеристики интеллектуальной системы, мы говорим, что на способность вот
использовать их, играют разные факторы, в том числе вот, социальные взаимодействия и, конечно, условия среды. Они тоже здесь напрашиваются, вы абсолютно справедливо замечаете. И поэтому, если использовать эту шкалу, то, конечно, мы ее используем для чего-то. То есть специализированные организмы, да, они, так сказать, на своем поле чемпионы будут. Ну, а мы говорим об универсальности. Как мы можем сделать некую обобщенную универсальную шкалу? Ведь мы, ну, что мы берем? Что у нас есть вот на Земле универсального? Ну, например, есть у нас вес. Он каким-то, в какой-то степени считается универсальным, но если не считать того, что, например, у нас даже в разных точках Земли вводится поправка, да, на меняющуюся там гравитацию. То есть у нас, когда проводят поверку весоизмерительных каких-то устройств, да, то делается поверка. То есть мы понимаем или должны понимать, чтобы правильно они работали, какая там гравитация. Конечно, такую, тем не менее, килограммы, да, это довольно универсальная вещь для всего, что можно взвесить. Ну, мы можем потом перейти к более обобщенной характеристике – массе. То есть не вес, с которым Земля, ну, не сила, с которой Земля притягивает, а масса. Вот. Поэтому создать универсальную шкалу – задача, мне кажется, крайне амбициозная и сложная. И мы не претендуем, что мы, ну, скажем, решили все вопросы мироздания. Мы говорим о том лишь, что такой подход, он интересен. И одно из возможных прикладных характеристик о том, что это не пустое рассуждение, я вам привел. Говоря о том, что существует много шкал, когда мы что-то пытаемся оценить. Давайте вот так попробуем с такой концепцией оценивать. И мы тоже по-другому оценим и медузу, и рыбку, и человека. Вы хотите, чтобы мы как бы от концепта перешли к численным экспериментам? Это будущее, Валерий Ильич. Это то, что мы хотим сделать в будущем. Вот, но надо создать лабораторию. Потому что у нас нет экспериментальных данных. Вот, скажем, у вас есть экспериментальные данные, они очень интересные. Но я имею в виду в той теме, которая касается, ну, вот этого, в кавычках, там, морали или социального поведения роботов. А если вот фантазировать и умозрительно думать, ну, я сосредоточусь только на той идее, которую я озвучил, хотя есть и другие. Вот когда мы говорим о психометрических шкалах, их использовании, да, для чего они используются? И есть разные тесты когнитивные. Это, например, там, тест рисования часов. Я не провожу здесь прямой параллели между ощущением времени, но они существуют в медицине, в практике. Ведь каковы, например, симптомы, скажем, там, ну, депрессивного расстройства. В чем его основная характеристика? Это нарушение ритма, нарушение правильного ощущения времени, не только субъективного, но и нарушение, ну, скажем так, автономной нервной системы, как бы сбой какой-то. Да? Вот это несоответствие тем нормальным, ритмичным, временным процессам, которые есть. Можем ли мы как-то оценить в психике это несоответствие? Да, наверное, можем. Это может сделать опытный клиницист достаточно субъективно. Если мы придумаем метрику, как это сделать, вот опираясь на такую концепцию, наверное, мы теоретически, я не говорю, что это обязательно произойдет, но вот просто если мы как бы фантазируем и рассуждаем, и делаем это смело и дерзко, то я вам говорю, почему нет? Так, можно еще раз вернуться к этой шкале? Да, пожалуйста, Владимир Петрович. Вот по горизонтальной оси, что у вас, значит, там, сознание? Ну, спасибо большое за вопрос. Я сказал о том, что, на мой взгляд, вот эти английские термины, они не такие адекватные, точные, какие вот на русском, да, то есть грубая вычисление. Ну, так не они тогда на русском. Нет, так вот мы дали высшее. То есть здесь у нас, смотрите, у нас здесь растет, это не сознание, есть очень много оттенков в английском, я так свободно им не владею. Хорошо, а вот на самом верху у вас там что? Там компьютерные алгоритмы и так далее. А, компьютерные алгоритмы. Слабый искусственный интеллект, а сильный искусственный интеллект в Англии. Которого нету. Он там. Он там. Конечно.
То есть, как бы, понимаете как, я еще раз подчеркиваю некоторую условность этого вот определения, потому что основная идея, она, мне кажется, лучше, вот когда мы эти детали убираем, которые отвлекают внимание, верните, пожалуйста, предыдущий слайд. То есть мы, когда сосредотачиваемся на двух важных аспектах, мы, наши эти детали не отвлекают от основной идеи. Вот основная идея. В чем основная идея? Я никак не могу понять. Вот вы, мне такое ощущение, прошу прощения, что вы ставите знак равенства между функцией и поведением. Нет. А как это можно? Вы же приводите примеры, в которых так хочется сказать, что поведение этого крестьянина гораздо более соответствует той среде, в которой он казался, чем поведение этих самых мудрецов. Вы говорите про гидру или там про кого-то еще, который предсказывает какое-то там землетрясение, цунами, стало быть, его поведение более адекватно окружающей среде. Вот, ну, может быть, мне показалось, что это проскальзывает, а такое равенство, либо что такое функция. Значит, мы говорим о том, что использование разных когнитивных инструментов, оно, скажем так, задается разными условиями, то есть возможностью их использования, в том числе и средовыми. Но когда мы говорим об отличиях именно о функции, а не о поведении, да, то есть, смотрите, если, скажем так, у живых систем, вот можно включить самый первый слайд? Да, вот, например, по мнению авторов, это как бы не наша идея, то есть вот как бы цитата из людей, которые... Гидра. Да, вот они здесь показывают разные живые существа, и они говорят о том, что вот эти, скажем так, ну, назовем опять же в кавычках условно информационные ресурсы, то есть система управления, да, она направлена на движение некоторое, да, то есть на движение либо самого тела этих живых существ, либо там его отдельных частей. То есть речь идет о том, что такая система у живых существ управляет все равно каким-то движением. Даже речь – это ведь тоже движение. Возможно, поэтому у нас в разговоре возникает ощущение, что мы переводим что-то на поведение. Потому что что такое поведение? Поведение – это некое, в любом случае, движение, действие. Почему? И можно ли вести, ничего не делая, никак не шевелясь? Нет, поведение может приниматься в более общем случае, как устоявшаяся форма взаимодействия со средой. Ну, можем ли мы говорить, прошу прощения, о поведении камня, который просто лежит? Не можем, наверное. Если считать камень активной сущностью? Есть, а если не считать, да. Поэтому у нас любая активная сущность, она движется. Даже если он лежит неподвижно, он как-то взаимодействует. Нельзя же разговор сводить в движение рук. Подождите. Вот я ничего не свожу, я ссылаюсь вам на работу, какие есть и другие. Авторы говорят о том, что вот это... система управления, нервная система управления, она направлена на что? На том, чтобы этот управляющий стимул, управляющий какой-то сигнал, перевести потом в какое-то движение у живых существ. То есть я не опираюсь на свое представление. Я так понимаю, это представление, оно достаточно всеобщее. Не бывает управляющего сигнала у живых веществ, который ни на что не направлен. Он направлен на какое-то поддержание постоянства внутренней среды, гомеостаз. Он направлен на взаимодействие с другими существами или адаптацию к окружающей среде. Это не есть что-то неподвижное, это именно движение. И поэтому, вероятно, это по моему мнению, вот этот вопрос, который возник, да, он связан с тем, что вот это мы как бы автоматически в своих рассуждениях проскакиваем, а мы проскакивать не должны его. Мы должны помнить об этом. И поэтому, когда мы берем сущности, которые совершенно по-другому устроены, и которые, может быть, не двигаются, и пытаться их сравнить на универсальной шкале, это грандиозная задача, да, то мы можем увидеть, что это нечто вообще другое. Хотя там тоже можно сказать, там потоки электронов или фотонов, может быть. Но я думаю, что это уже какая-то такая, может быть, даже спекуляция. Ну, ваш доклад как называется? «Медуза и все прочие индивидуальные системы». Универсальная шкала оценки. Да. Так вот, для того... Можно про оценку? Давайте. Насколько я понимаю, точность прогноза можно оценить только постфактум. То есть вот он дает прогноз, но насколько он точен, мы сможем оценить только после того, как этот прогноз либо сбудется, либо не сбудется. То есть на самом деле оценить-то невозможно, можно
предложить какой-то вариант оценки, а насколько эта оценка хороша или плоха, мы сможем узнать только потом, когда все уже случится. Но это оценка риска. Подождите, дайте я возражу. Оценка риска. Я хочу сказать, что вот спасибо большое за вопрос. Он очень важный, этот вопрос. И он тоже связан с тем, что мы можем с вами наблюдать не то, чтобы, так сказать, вообще в повседневности, но в ситуациях, с которыми каждый из нас сталкивался. Мы бываем на приеме у врача, и опытный врач делает прогноз о том, что будет со здоровьем этого человека. И его прогноз бывает очень точным. Соответственно, такие прогнозы иногда делаются не только, ну, как сказать, по общему какому-то впечатлению и опыту врача, но и на основе определенных тестов. Они не являются универсальными, а могут быть специфичными тестами. Ну, например, в спорте есть тесты, какие-нибудь связанные с активностью сердечно-сосудистой системы. И по таким тестам оценивают, например, готовность спортсмена. Означает ли, что этот спортсмен обязательно станет чемпионом? Нет. Но означает, что он готов, и прогноз этот признан достаточно точным, потому что иначе бы он не применялся ни в сборных командах, ни в клубах. Вот. Поэтому, когда мы говорим о, так сказать, переводе некого концепта, концепции в готовый тест, то если фантазировать, то не исключено, что мы можем узнать не постфактум, а что мы можем придумать функциональную пробу, такая, какая бывает, например, для сердца, какая-нибудь велоэргометрия, которая нам покажет способность этой системы соответствовать этим условным качествам. Вот такая вот идея. Дело в том, что здесь этот прогноз, он много раз тестировался, почему мы ему верим. То есть мы знаем, что этот человек способен абсолютно справедливо быстро бежать и так далее. Абсолютно справедливо. И в этом как бы и заключается, скажем так, сложность, что при переходе от концепта готовым тестам, ну, например, которые бы соответствовали этой концепции, лежат еще целые, так сказать, длительные эксперименты, если это вообще будет возможно сделать. Ну хорошо, да, еще, да, мы уже, я так понимаю, переходим к комментариям, так что, в принципе, можно, если кто хочет какой-то комментарий сделать. Да, пожалуйста. На мой взгляд, доклад интересный очень, и вообще-то очень актуальная тематика, о которой надо говорить. Есть, кстати, известная литература вот на эту тему. Но, правда, здесь, чтобы развивать эти идеи, стоит привлечь, скажем, материалы зоосемиотики, например, так, материалы связанные с анализом нейролингвистической коммуникации. По глазам кошки я могу узнать иногда ее намерение, как ее оценивают. Скажем, в нашем общении для нас тоже мимика, выражение глаз, значит, и другие средства очень о многом нам говорят. Теперь, значит, вот сама идея. Даже простейшие животные, ну, скажем так, простейшие многоклеточные животные, скажем, чтобы выживать и адекватно вести себя, им нужно более-менее объективно отображать наличную ситуацию. Это, я думаю, мы всем понятно. Вот это отображение, то есть когнитивный процесс, который подлежит анализу. Хотя, скажем, здесь есть трудности, но тем не менее все согласны, что это когнитивный акт какой-то, да, когда оценивает ситуацию и совершает механизм. Так вот, я правильно говорил о том, что эти когнитивные акты связаны с действиями. Да? Вот, скажем, оценка действия своего – это тоже очень важный фактор приспособления, выживания. Держимся средств. Теперь же самое главное, что я хотел бы сказать. Когда мы опускаемся на эти более глубокие уровни,
начальник. Вот. То есть если же возникают какие-то трудности свои, но вот такое как бы углубление анализа нашего весьма эффективно. Ну вот к чему я веду. Скажем, мы недооцениваем те информационные компетенции, которые были выработаны в ходе эволюции. Упростившие животных, более высоких животных, и у нас с вами. И мы, кстати, унаследовали эти компетенции, да? Почки наши работают. Какая сложность забрышена? Вот. Но эти функции сложные базируются на более глубинных функциях. Да? Свойства клетки, взаимодействия клеток и так далее. Так вот, скажем, исследование этих глубинных функций, этих как бы компетенций вот таких глубинных, очень полезно нам и для понимания мышления нашего, так, вот, и наших как бы действий в плане создания рядом искусственного интеллекта, да и во всех остальных случаях. Вот я провожу пример с студентом, мне это было полезно. В нашем организме скомпоновано 100 тысяч километров сосудистых русел. 100 тысяч километров сосудистых русел. Каждый из нас тебе. Вот эта вот гигантская, фантастическая система эффективно работает. Она реагирует на внешние воздействия, на внутренние изменения и так далее. Вот. Но нам далеко до понимания этих сложнейших процессов. А было бы очень интересно, да, понять, как такая гигантская, колоссальная система эффективно работает. Может быть, помогло нам это понять, как мы взаимодействуем с обществом. Вот есть, скажем, сложная система, у нее есть саморегулирующиеся элементы. Как система и клетки ее. Как они взаимодействуют? Очень эффективно. Эволюция выработала очень эффективные методы вот этого взаимодействия. Это один аспект этой проблемы, скажем, структура самоорганизации, сложная самоорганизующаяся система на всех уровнях, от клетки до нашей цивилизации, да? Монополярная цивилизация. То есть она давит всех, значит, она всем управляет, да? И так далее. Очень неэффективная система, кстати. Эволюция выработала эффективные, как бы, эффективные, такие оптимальные способы, как бы, централизации и автономизации в сложной системе. Так что, скажем, централизация не подавляет отдельные клетки, так, а клетка не препятствует общему управлению системой. Это тоже интересный аспект, который заслуживает внимания. Но я не буду ваше внимание дальше занимать. Хочу сказать, что, скажем, развитие этой темы очень важно, интересно. Может быть, очень полезно для тех, кто занимается моделированием новых систем искусственного интеллекта. Я об этом тоже порой сейчас скажу, потом, если мы не можем работать. Хорошо, спасибо, Давид Израилевич. Пожалуйста, да. Еще. Ну, можно я скажу? Да, конечно. Боюсь показаться бестактным, но должен сказать, что мне доклад не понравился. Скажу почему. Значит, была объявлена универсальная шкала оценки. Шкала и оценка – это, в общем, понятие довольно точное и требует конструктивности. Здесь было довольно много разговоров, а шкала была только на одном слайде, и к ней, как мы видели, много вопросов. И она не выглядит, она, во-первых, не выглядит конструктивной, как конкретно ей пользоваться в оценке конкретных интеллектуальных систем. Во-вторых, она выглядит очень бедной. Получается всего лишь две оси – производительность и предсказательная способность. Значит, для иллюстрации предсказательной способности
была рассказана красивая притча о брахманах. Но на самом деле, это, я бы сказал, сама эта притча – это ловкий трюк, который работает только благодаря драматическому концу. То что, смотрите, в чем ситуация этой значит, притчи. Что вот люди, брахманы, много ученые, сидели всю жизнь в кабинетах, не знали реальной жизни, хотя обладают многими знаниями, которые в той же реальной жизни вполне годятся. Например, они сумели жить в год. И крестьянин, который из этой самой учености значит, не причастен, но зато знает, что лев может искушать. Ну и что? Ну вот ситуация вышла такая, да. Но существует куча других ситуаций, можно себе представить, когда брахманы будут выглядеть гораздо эффективнее, чем этот самый крестьянин, который, наверное, знает не так уж много. И вообще, вот в самом первом докладе говорилось, оценивать искусственный интеллект. Вот это выражение у нас, оно всегда коротко. Можно сравнивать и оценивать конкретные интеллектуальные системы, да. Но оценивать искусственный интеллект, а что это такое? Это некоторая абстракция. Оценивать можно конкретные интеллектуальные системы. GPT-4, пожалуйста. Там какие-нибудь экспертные системы 20-30-летней давности, пожалуйста. Опять же, та же предсказательная способность. Ну хорошо, но разные люди имеют разные предсказательные способности, и более того, в разных областях. Как их можно сравнивать? Врач, о котором вы говорили, у него предсказательные способности в медицине. Экономист предсказывает поведение экономики, как правило, кстати, неудачно. И понятно почему. Потому что в экономике практически нет повторяющихся ситуаций. Там все время что-то новое, не на чем учиться. Врачу учиться намного легче, чем экономисту и так далее. То есть предсказательная способность, опять же, надо определять конкретную функцию. Про всякую интеллектуальную систему надо спрашивать, что она умеет, чего она не умеет. Если она умеет предсказывать, то вопрос, в какой области. Нет ни одной интеллектуальной системы, которая одинаково успешно предсказывала во всех областях. Но кроме того, у любой интеллектуальной системы любого уровня есть куча других параметров, по которым надо оценивать. Ну, только предсказательная способность, но это, коллеги, но это очень мало. Так что, извините, мое мнение вот такое. Вот ну, хорошо. Ну, критика рождает желание дальнейшего творчества. Хорошо, еще какие мнения? Да, пожалуйста, вы хотели. Да, можно первый слайд? Там, в принципе, заявлено, исследовательская программа могла бы быть. Вот вы ссылаетесь на цитату, где уже обозначается различие в потоке управления и памяти. В принципе, ну, если их шкалировать, вот так, там, от низших форм к высшим, то можно разницу, наверное, увидеть, и в качестве просто рекомендации вы тут упоминаете поведение и движение. У Николая Александровича Бернштейна есть отличные исследования по уровню организации движений. Вот он там тоже рассматривает эволюцию, и в принципе она видна, потому что у более высокоразвитых организмов у них уровень организации движения такой высокий. Там видна эта разница, можно просто порекомендовать на основе этого шкалу. Шкалу сделать это, в принципе, и проблема интересная, и согласен, что сложная, такая много белых пятен еще осталось. Но двигаться туда, конечно же, надо. Я все-таки... Да, с одной стороны, конечно, это здорово, что вы взялись такую задачу и просто мужественно подвергаете себя всем нападкам со всех сторон. Это, я бы не назвал это нападки, мне кажется, это крайне интересный разговор. Хорошо, это вызывает очень много эмоций и очень нападки, много обсуждений. Нападки. Да. Всегда будете виноваты. Точно. У всех же есть какие-то свои взгляды. Нет, но тем не менее, честно говоря, я ждал больше. С одной стороны, вы берете за задачу весьма такую глобальную, а с другой стороны, почему-то не хотите уйти от каких-то частностей. Но две шкалы – это плохо. У вас работать не будет, хотя потому что они противоречивы. Вы напрасно сводите поведение именно к движению. Даже если взять ваше жилье… Не я. Хорошо. Не вы. Сам заработал.
даже взять ваших же биологов, то тот же самый Крушинский говорит о разумности поведения, о разумности организма, о почтишней интеллекте с точки зрения определения эмпирической закономерности. Организм способен? Молодец. Тогда он более разумен. Предсказание, насколько вот стоит именно его выделять. Ну, с одной стороны, казалось бы, то, что можно пощупать, с другой стороны, это очень сложно щупать. Тем более, что предсказательная способность – это следствие. Следствие того, что организм построил модель. Из этой модели следует, в частности, адекватность реакции и предсказание, если это нужно. Поэтому стройте более общую модель. Берите много осей. Они отварятся сами по себе. Только приведите примеры. Чтобы там была амеба, чтобы там был, там, я не знаю, какой-то насекомый муравей и где-нибудь там суперкомпьютер. И вот тогда, может быть, это будет интересно. Потому что пока это слишком мазоритивно. Спасибо. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Да, я бы вот на что хотела обратить внимание, что, в общем, по известным причинам, я думаю, должно было ускользнуть, как я предполагаю, от большинства участников, это вот эта самая оценка техники, да, technology assessment, о котором сказала Надежда Гигановна. Дело в том, что причем эта тема, да, эта тематика, это целое направление, и вот у них программа в Бауманском есть именно по оценке техники. Эта тематика, она малоизвестна, но она достаточно хорошо и давно разрабатывается. И вот сама вот эта идея применения вот этой вот тематики оценки техники, да, применение, так сказать, может быть, методов, но это уже пожелание даже там на будущее, методов, подходов, оценки техники, инструментарий, вот применение этого к искусственному интеллекту, здесь очень важна вот эта вот оценка, мне кажется, что очень перспективно. Но, естественно, вы взялись за большую работу, за большое дело, и, так сказать, хочется пожелать вам всяческих успехов в дальнейшей работе. Спасибо. Да, спасибо, Ирина Ивановна. Еще есть желающие? Участвовать в вашем семинаре – это очень важная такая структура исследования этической проблемы искусственного интеллекта. Успешное поколение, очень важное. Вот, я хочу сказать следующее. В связи с закладом и проблемами, которые стоят перед нами. Дело в том, что очень важно рассматривать эти проблемы в контексте новейших достижений науки. Темпы развития сейчас иногда поражают, настолько быстро меняется. Вот, например, не знаю, слышали ли вы об этом, буквально две недели назад было объявлено, что ученые Массачусетского Технологического института и Калифорнийского университета создали новую систему искусственного интеллекта. Но вы слышали о том, что в последние десятилетия была поставлена задача и была разработка так называемого общего искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Это системы, которые, в общем-то, сравнимы по своим функциям с естественными. Ну и обычно вот в этом пункте возникает масса вопросов, да? Вот, и есть огромная литература. Догонит, перегонит искусственный человек естественный, там и почти не про него себе, это любовное еще. Здесь просто очень большая дискуссия на эти темы. Где есть рациональный момент. Так вот, компания AII, ZIP, так она называется, разработала новую систему искусственного интеллекта. Состоящую в том, что эта система является самоорганизующейся. Самоорганизующейся. Когда, вот, скажем, шла речь о достижении искусственного интеллекта уровня естественного интеллекта, то главный пункт был следующий. Система искусственного интеллекта традиционная. Они являются узкими, как их называют. То есть они хорошо решают какую-то одну задачу, блестящую,
А вот соседние задачи решать не могут, то есть они узкие. Они могут сами перестраивать себя не могут, как это можно делать естественно, неделю. Ребенок решает самые разные задачи, вот, меняет программы свои. И ключевой вопрос, как скажем, достижение искусственного интеллекта естественного, состоял в способности его исполнять функции самоорганизации, да? Самонастройки. Так вот, такая система слуха, она себя, скажем, сама может создавать новые программы, сама не просто их создает, она как бы собирает все данные, проводит все эти ревизии, значит, тестирование, то есть все делает сама без человека. Без человека. Более того, она создает новые как бы, системы, эти новые системы, которые сотрудничают между собой. И обещают нам, что эти многие уже самостоятельные искусственные интеллекты образуют, создадут такую экологическую интеллектуальную систему, так? Взаимодействие между собой. Так вот это и есть реальность. Так? И, конечно, это ставит перед проблемой этики искусственного интеллекта очень интересные новые задачи. Да? Одно дело, когда мы сами программируем все, другое, когда система сама себя организует и настраивает, и неизвестно, куда она там дальше будет развиваться. Это первое. Второе, значит, тоже буквально недавно. В Японии значит, есть такой у них институт квантовых технологий, как он называется. И университет Осака, есть ученые, занимающиеся нейронаучными такими исследованиями. Так вот, значит, они создали генеративный искусственный интеллект, который отводит от сигнала от мозга, да? Сам их расшифровывает и сам как бы создает те изображения, которые эквиваленты этим мозговым структурам. Ну, это направление давно развивается, я сверну за ним тоже давно очень. Это проблема расшифровки кодов. Да? Проблема называется brain reading, чтение мозга. И давно еще, скажем, 15 лет назад, вы смотрите, вот скажем, на этот предмет, отводят от мозга вашего сигнала на компьютер, и там вы видите то, что вы переживаете субъективно сейчас. Это были первые работы в этом плане, говорит 15 минут. Ну, скажем, 3 года назад были созданы системы. Вы читаете текст довольно большой, скажем, там 50-100 слов текст, про себя читаете. Отводит на компьютер, а он печатает этот текст. Интересно. Наконец, Илон Маск недавно, он создал очень мощную структуру искусственного интеллекта у себя. Добился такого результата. Мы расслышали его. Мысленное управление роботом. Мысленное управление роботом. Ну, вот, скажем, все эти новости, они имеют прямое отношение к проблеме искусственного интеллекта, попытка прогнозировать наше будущее, наши оценки вот, скажем, наша способность как-то управлять этим процессом, если мы хотим как бы выжить в этом мире, без вопроса. В продолжении дискуссии к вам можно вопрос, когда вы говорите, догонит искусственный интеллект, естественно, не догонит. Не кажется вам, что здесь нужно задавать вопросы, по каким параметрам он догонит естественный интеллект? Параметры эти меняются в связи с изменениями. Если мы говорим об этике искусственного интеллекта, то мы должны видеть, что такое искусственный интеллект. Это то, что меняется в то время, изменяется, его функции меняются. И поэтому мы должны сообразовывать свои размышления как бы
с наличными функциями искусственного интеллекта. Ну, конечно, но я даже не об этом хочу сказать. Вот вы говорите, самоорганизующаяся система. Прекрасно. Я допускаю, что такая система создана и дальше будет развиваться. Но произведет ли она, скажем, такие вот понятия, как пустое пространство? Да она, скорее всего, ответит, нет никакого пустого пространства. Там вот вакуум – это не пустое пространство, там есть поля, там есть гравитационные поля. А вот в философии есть понятие пустого пространства. Вот как Макс Шеллер говорит, это место, где могут быть предметы, которые удовлетворяют мои желания, а могут не быть эти предметы. Поэтому мы это воспринимаем как пустое пространство. А для культуры это важнейшее понятие. Вот способность, искусственный интеллект – не будучи субъектом культурного развития, произвести такие понятия? Я думаю, что нет. Ну, понимаете, это сложный вопрос. У меня такое ощущение, что это же как-то нарушает здесь народ, и мое время у вас говорят. Нет, это как раз самая центральная проблема. Значит, все, повторите еще раз ваш вопрос, я отвечу на него. Может ли искусственный интеллект создать абстракции предельного уровня, такие как, вот, допустим, материя, философские категории, короче говоря? Что касается абстракции предельного уровня и таких метафизических, полуметафизических рассуждений, да, то они, значит, сливаются в высокой степени неопределенности. И мы очень падки к крыше. Да? Скудные. Находимся всегда в ситуации нарастающей неопределенности. Решая какие-то проблемы, мы создаем новые проблемы. Мы живем в мире быстро умножающихся проблем, над которыми мы теряем контроль. И в этой связи, когда мы говорим о наших проблемах, что здесь важно? Все-таки, несмотря на все, так сказать, успехи искусственного интеллекта и в области самоорганизации, скажем, нынешние системы, вот созданы, о которых я говорю, они обладают способностью моделировать самого себя. Вот это очень интересный феномен, система интеллекта, моделирующая саму себя, да? То есть познающая саму себя в какой-то мере. Вот. Значит, тем самым и вызывающие у самой себя проблемы. Вот что очень важно иметь в виду. Да? И испытывающие желание решать эти проблемы, побуждение решать эти проблемы, которые создают новые проблемы и так далее. Вот есть еще проблемы. Теперь, самое главное, вот, многие философы, Бостром, другие, прямо заявляли, что вот мы вступаем в ситуацию сингулярности, и искусственный интеллект догоняет нас, потом он перегоняет и подчиняет нас. Да? Вот. Ну, очень многие философы возражали против него, я тоже, поскольку, значит, эта концепция на чем основана? На независимости искусственного интеллекта и естественного. Она не учитывает, что одновременно с развитием искусственного будет развиваться и естественный интеллект. Да? Который будет поддерживать контакт с этими искусствами, добиваться какого-то контроля, связи с ним. Да? Вот. Поэтому это параллельный процесс. И здесь однозначный вывод, что они подчинят нас, он неадекватен. На мой взгляд. Тем не менее, мы должны сохранить способность контроля этого процесса, полагая, что наш разум с социальными проекциями, вот, он более, как бы, основателен, чем, скажем, интеллект, очень мощный интеллект, но лишенный вот этих экзистенциальных интенций. Я соображаю, да? Да, вполне. Вот я об этом и говорил, собственно говоря, что нет у него никаких интенций экзистенциальных. Как сохранить нашу способность контроля над управлением, над действием хотя бы какого-то, вот над этим процессом. Я думаю, что здесь есть возможности. Вот. И
Здесь мы как бы обращаемся к проблеме сознания, нашего сознания. Сознание развивается, наше тоже и так далее. Но я не буду сейчас утомлять вас. У меня есть, значит, ряд соображений. Я думаю, что у нас есть шансы сохранить, по крайней мере, эффективную связь с этими новыми системами искусственного интеллекта. А тем самым сохранить возможность, перспективу воздействия на них и каких-то форм контроля над этим процессом в целом. Если нам это удастся сделать, то, в общем-то, судьба нашей цивилизации будет такой, я бы сказал, печальной. Ну, так мне кажется. Наша потребительская цивилизация, она знает только одно. Все больше потреблять, чтобы все больше производить, чтобы еще больше производить, все больше потреблять. Вот этот круг, зло нет выхода пока. Ну, я думаю, что, собственно, Давид Израилевич, наверное, подвел итоги нашего семинара. Так что мы можем на этом поблагодарить и Давида Израилевича, и других участников. И как бы официально к вам приглашусь. Да, докладчиков, прежде всего, конечно, тоже. Да. Я хотел бы поблагодарить всех собравшихся за то внимание, которое вы уделили нашей сегодняшней встрече, нашему докладу. И хотел бы выразить удовольствие. Я считаю, что это было крайне интересно, потому что то, что я увидел, это неравнодушие. Вот. И то, что это неравнодушие, на мой взгляд, опять же, я здесь не подумайте, что как бы хвалю, так сказать, свое. Но мне кажется, что это важный критерий, здесь слово «критерий» звучало сегодня, это важный критерий как бы того, что тема, которую мы предложили, то есть об универсальности, некой глобальности, несмотря на все вот сложности этого темы, это как раз критерий, показывающий то, что оно попадает куда-то, что нас, вероятно, всех или многих интересует. И даже вот, ну, там, противоположные мнения, наверное, подтверждают это. Это такое у меня сложилось впечатление. Я вам очень признателен. Я тоже хотела бы поблагодарить всех за поддержку и за неподдержку, потому что вы правы, всегда ну, такая противоречивая дискуссия, она, конечно, ну, в какой-то мере мы тоже спровоцировали эту противоречивость. Я, ну, в общем, думаю, что вы это понимаете. Ну и реакция на это тоже заставляет нас подумать и продолжить работу над этим. Так что еще спасибо большое. Хорошо, спасибо всем.